Приветствую всех, меня Гет зовут, и мы продолжаем проходить этот грёбаный Tomb Raider Anniversary, который мы уже проходим 18 серий. Да, думаю, и вы уже давно уже не смотрите его, но все-таки нужно закончить это дело, потому что игра достаточно мозголомная и трудная, так, поэтому я туплю целых 18 серий. А еще тачка едет, и у нее даже колеса не крутятся. Загнали, смотрите. Чё? Я же... Что-то какое-то у тебя... Sorry, darling. Извини, дорогая. Это конец. Just hand it over, Larson. Просто дай мне, Ларсон. Это не... Ты здесь ни при чём, говорит он. Ну, I don't have time эта штука принадлежит Натле, так что уходи. Уходи с этого... On, не мешай мне, в общем, или я тебя застрелю. Ты меня хочешь застрелить? Я знаю, что ты хочешь туда добраться, но я тебе не дам туда добраться. И я, ты, мы оба знаем, что ты должна будешь меня убить. Но это не то, кто ты есть, ты не убийца. I'm not who you think I am. Я знаю, кто я. Так. Didn't have to be this way. Я просто отклонил джойстик чуть-чуть влево, и оно у меня уже сдохло. Я думал, блин, сейчас надо будет бегать его, стрелять. Тут, оказывается, опять God of War пошел. Так. Где кровь? Чё, бронежилет у него, что ли? У Лары такое лицо, это вообще. Она убила Ларсона. Что она с ним так нянчится, я не понимаю. У них что, какое-то прошлое было? Или что, они друг другу нравились? У нее еще такая рука багровая прям. Реально больная какая-то. Прям музыка такая, реально, как будто она своего любимого убила. А, ну, наверное, это из-за того, что она никогда не убивала людей раньше, правильно? Вот. Это когда она стала убийцей, скажем так, когда она впервые убила человека. Дробовик, отдай, мудила. Не, ну конечно, это эпично все. Но реально, Лара никогда людей не убивала. Она впервые, здесь, когда ее история начинается, в принципе, в первой части, правильно? Впервые она убила кого-то. Именно из людей. А не каких-то мифических существ. Поэтому я думаю, это ее немножечко. Но из-за этого она немножечко повзрослела. Поняла, чего это стоит. Потому что в Ледженде она уже тетка. Там уже ей, наверное, лет под 40. Такое чувство. Так, поехали на тачке. На этой дробилке. Это как всегда Шреддер на такой ездил, помните? С Черепашек-ниндзя. Блин, я любил Черепашки-ниндзя. У меня было 3 кассеты с их мультиками. Самая моя любимая серия была про то, как они пиццу готовили. Это в каждой серии они так делают. У меня, в принципе, все любимые серии были. Пробили. Все. Дальше иди сама, типа. Блин. Нормальненько. Так. Это Натла так тоже перебирается, да? Нормальный такой путь у нее. Это как этот, умирает Терминатор, I'll be back. Руку. Thumbs up показывает, пальцы вверх. Так, ну давай, перезагружайся. Я что-то, реакция моя ни о чем была. Так, поехали. Поехали. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Ой-ой-ой.
Ай-яй-яй. Что-то как-то я все быстро прохожу, не успеваю. Я даже не понял, что я делал. Поспешил, людей насмешил, называется. Давайте еще раз. Бог любит троицу все-таки. Так. Ну хотя мы здесь. Бог нас не любит, видимо. Ладно, неважно. Я все равно не очень верующий. Но иногда в церковь хожу. Ну. Так. Ну, Лара, господи. Сколько раз мы здесь дохли из-за моей криворукости. Почему она не цеплялась? Видимо, нужно чуть левее прыгать. Чтобы она... Потому что мы когда прыгали, видели, она прям... Далековато от этого места. Так. Так, надо чуть полевее, можно? Вот так вот. Оп. Добрались. Надеюсь, скоро конец, потому что я уже не могу. Это будет первая игра, с которой мы дошли больше, чем 20 эпизодов, если у нас так получится. Так. Потому что самая большая... Ну, больше всего эпизодов у нас получилось Mortal Kombat Deception. И то от силы там. Я еще... В принципе, я много чего еще обещал там склеп пооткрывать. Я не уверен, что я это буду делать. Ну, может быть, как-нибудь на бонус. Кстати говоря. А, ну ладно, вы это все равно уже пропустите. Этот эпизод выйдет намного позже. Но сегодня, как вы знаете, сегодня... Какое сегодня число-то? Сегодня, наверное, 1 или 2 февраля. У меня через 3 дня день рождения. Но только этот эпизод выйдет, наверное, через недели 2. Так, потому что я записываю все это раньше намного, как я говорил. Так, я думаю, наверное, сюда и надо прыгать. Я так и не понял. Так, что там такое? Там не хочу говорить слово. Ой-ой-ой! Лара, ну Ларочка, почему ты так со мной? Ну, господи, давай уже прыгай. Ну, с Богом. Я надеялся, что ты появишься. Я хочу заставить тебя скричать. Если ты не хочешь закончить как Ларсон, уходи отсюда. Это так хорошо. Это даже становится лучше. И ты не можешь рассказать людям, они должны это почувствовать. Он, видимо, говорит, что о убийствах, что тебе нравится убиваться. Девочка, ты должна быть сумасшедшей. Окей, God of War пошел опять. Бесконечные патроны. Родим. Не, чувак, ты не Кратос, чтобы меня с ножом бегать за мной. Каким-то не такая уж ты вспыльчивая сейчас, да? Она моя. Идиота два. Этот мужик реально больной. Смотрите, он без какого-либо там. Ну он же без. Он без какого-либо бронежилета, смотрите, 20 выстрелов выдержал. Это что, тот ее убил? Они, в принципе, убили друг друга. Я тут ничего не делал. У нее рука трясется прям. Реально девочку бедную.
Ей, наверное, лет 20 здесь или сколько? Ну, может быть, больше чуть-чуть. УЗИ, наконец-то мы добрались до УЗИ, мини-СМЖ. Я думаю, они должны были появиться еще раньше намного в этой игре. Просто мы их не нашли. Вот Weapon Master 3, спасибо. Я думал, я этот трофей получу намного раньше. Так. Чё теперь куда? Как пирамида. Наверх, что ли? Нет, мы скатимся. Наверное, тут и, скорее всего. Что это за здание? Так, я хочу с УЗИшками побегать. Сейчас буду босса мочить только с ними. Если мы доберемся до него. Так. Ну, уже поинтереснее под конец стало. Если египетские пирамиды просто вывели меня с ума. Так, ой-ой-ой, что с видом-то? Видно, по этим прыгать надо. Ой-ой-ой. Так. Окей. А, видно, по специально нужно прыгать. Так. Так, все, скатились. Или там с другой стороны уже надо? Нет, хотя нет, еще нет. Еще нужно здесь, сюда и туда. Так. Так, понятно. Ой, еле-еле, да? Так. Ну это, наверное, сюда. Сюда, наверное, не каждый бы забрался. Это, наверное. Так. Это мы как-то догадались. Ну что, не допрыгнешь совсем уже? Лара. Да ладно, ну ты чё? Ну ты смеешься, что ли? Не допрыгнешь? А, вот. Ну, спускайся, господи. Ты чё, нету уступа, что ли? Я не понимаю. Ладно, ой-ой-ой-ой-ой. Так. Понял. Понял, плохая идея была. Видно заново. Сюда опять, туда. Еще вид этот постоянно мелькает. Так, теперь что? А теперь что? Что? Теперь-то? Так, не падай. Ну, Лара. Так, можно туда обратно? Понятно, нельзя. Давайте еще раз. Мы сейчас все аптечки здесь потратим, пока будем так лазить. Я не понимаю, куда лезть. Значит, сюда, туда, туда. А потом что? Или вот туда, туда, туда. А потом? Я не думаю, что она допрыгнет. Ну ладно, не важно. Давайте попробуем еще раз.
Не, допрыгнул, смотрите, прям как Супермен прыгает она у нас. Куда нам лезть-то? До рычага, что ли? А мы все нажали, да? Нам просто сюда надо было. Дверь открылась, сезам прям. Надеюсь, там будут сокровища. Да, мы прошли уровень, неужели? В середине серии. Ладно, неважно. Так. В жопу ваших характер биос. Сохранится, конечно. Меня этот Египет доконал, реально. Самые мои нелюбимые уровни. Доконал. Доконал, конечно. Еще плюс здесь мы сколько раз нетрадиционно прошли каким-то хером. Побежали. Патроны всегда не мешают. Не всегда мешают. Всегда не мешают. В чем разница, кстати, высказывание. Так, это то место. Кстати говоря, помните комнату в таком Tomb Raider, когда вы в первом еще самом пробегаете, такая лава, такая треугольная, начинает на вас валиться. Я думаю, это то и есть место. Хотя хрен узнает. Прям такое чувство у меня. Что это за... Мутанты какие-то. Ой-ой-ой. Нехорошее место. Что это за какие-то... Сейчас лава начнет подниматься, да? Не так ли? Опаньки. Ага, лава начинает подниматься. Пора делать ноги, короче. Если я не ошибаюсь. Или эти начнут сейчас выходить? А, понял. Но эти несложные. Так. Вылезай сюда. Опаньки, тихо-тихо-тихо. Так. А, вот мы с этим мутантом не делаем, да? Так. Тварь. Я не понимаю, когда слоумо начинается. Мы все патроны этого УЗИшки потратили. Зря, кстати. Все? Что происходит здесь? Дверь открылась, да? Ага. Хороший ракурс, как всегда, разработчики умеют подобрать. Да другую. Так, у меня патронов нет. Сейчас аптечки начинают по чуть-чуть исходить, да? Вот теперь я понимаю, для чего тут аптечки. Что этих монстров валить, как в Uncharted 2 этих синих чуваков. Я там, помню, умирал раз 30 на них. Когда вот именно вот первый раз в джунглях вы появляетесь, и там сверху двое такие, два синих этих аватара на вас начинают прыгать. Вот они, блин, они с одного удара пол хп вам сносят и сразу, считаю, убивают. И этот
арабский музон, когда вы умираете, меня просто в ушах так заел. Так. Патроны. Патроны. Аптечка. Походу теперь нужно... Так, давайте пистолет выберем. Понял. Еще один вылез. Брюс вылез. Ну блин, ну... Так. А где мои эти? А у меня черных нету. Мы их чё, где-то просрали, их можно было где-то найти. Понял. Так, давайте. Поехали. Так. Не спеша, не спеша. Аккуратненько. Так, еще один вылез. Так, ну, апдейтинг профайл, господи. Да другой! Господи, целевая система в этой игре меня просто поражает. Нет. I'll be back. I'll be back for you, тварь. I'll be back. Да твою мать! Нет, нет, аккуратно. Дохни, все. Так. Я думаю, мы здесь застрянем еще надолго в этом месте. Да твою мать! Сейчас еще раз будут вылезать, да, тварь? С этих вот всяких мест. Смачно. Так, ну давай апдейтим профайл. Так, ну куда ты целишься опять? Вот чисто из-за того, что я не знаю, как менять цель. Как мне объяснить, как менять цель? Еще это двигается, платформа, господи. Что делать-то? Так. Ага, понятно все. Я даже не понял вообще, что делать. А, ну, наверное, опять в эту штуку надо было стрельнуть. Хотя хрен его знает. Ой-ой-ой. Так. Так. Понятно. Так, ну, умри ты, тварь. Я встать не могу. Нет, нет, ой, спасибо тебе, дорогой мой, что ты меня назад закинул. Так, надо думать быстрее, пистолеты. Бери пистолет, дура. Фу. Ура, вроде сейчас нормально пронесло. Так, быстрее. Так. Поехали. Теперь что? Обратно? Еще раз? Понятно, я первый раз не увидел как-то. Так, теперь сюда. Еще сейчас вылезут, да? У нас патроны на УЗИшках есть? Да давай уже апдейт профайл. Так, один готов. Второй сейчас стреляет. Да куда ты целишься? Ты ёбаная. Ну,
цепляйся, господи. Блин, и весь фейл из-за того, что она целится не туда, куда надо. Я не знаю, как менять цели. Я нажимаю правый джойстик менять цели. Я не знаю, на все кнопки нажимаю, она не меняет. Мне нужно L1 отжимать и нажимать опять. Ну, целься ты куда надо. Да туда надо, Вот она дура, господи. Они сами себя убили каким-то хером, я не знаю. Блин, я Лару ненавижу, господи. Тупая овца. Целься куда надо. Зачем ты целишься? Что? Что вообще? Не понял вообще, что сейчас только что было. Давайте, хорошо, что мы не умерли. Давай. Чё? Чего случилось-то? Ну целься куда надо. Чё это за фейл был? Чё обрались опять турники эти грёбаные? Ну давай в другую сторону. Ох, коп, чпок, или как тебя там, летсплейщик? Который Universary прошел с наркоманским голосом. У тебя такой херни-то не было. Ну что это опять? Почему? Почему? Объясните мне, я не понимаю. И вот смотрите, с такой с максимальной скоростью прохожу и как могу, они убираются. Я не понимаю, что там не так. Ну что, что мне сейчас делать? Ну вот эти я стреляю. Вот они появились. Теперь что? Что, они уберутся сейчас? Понял, вот это. Теперь и этот. Ну. Не знаю, короче. Не знаю, в чем прикол был. Видимо, там еще второй нужно пострелять чуть-чуть. Теперь опять вылезут твари. Я 100% уверен. Так. УЗИ. Я сейчас эту возьму нож и вырежу из экрана эту надпись Updating Profile, чтобы ее не было там. В экран воткну. Целься куда надо. Пожалуйста. Стреляй. Стреляй. Спасибо тебе, Лара, хоть в этот раз ты целилась куда надо. Ура. Уф. Ну сейчас интуитивно хотя бы проходится все. Добрались до конца, неужели? Фу. Так, начинается батхер сейчас. Начинается. Так. Бам-бам-бам. Здесь вроде ничего. Так. Раз, два, три. Сразу две стреляют. Здесь нету ничего. Чекпоинт, отлично. О, смотрите, это то место с доппельгангером. Ой, я думаю, это будет круто. Ребят, я думаю, на этом... Смотрите, видите? Я прыгаю, там тоже прыгает. Офигенное местечко, кстати.
У тебя пистолетов нет, овца. Ладно. Увидимся в следующей серии, ребят. Я думаю, сейчас уже все интереснее и интереснее. Я уже не могу концовки дождаться. Увидимся. Да, увидимся. Меня Гет зовут. До прохождения Tomb Raider Anniversary. Всем пока.